ребята, мы играем в Woman Rescue. И это новая игра. Да, ну, я не чищусь в игре. Давай первый уровень. Я чищусь в игре. У нас у всех, но поведение немного сложненькое. Так, нет, эй, папа. Вот. То, что там говорят, мне не хочется читать. Ба-ба-ба. Вот упорение такое. Надо аккуратненько пессимиса. Ничего, кроме этих кнопок не нажимать. Если нажмем, все испортим. И мы пить. И очень аккуратно. Так, все, бля-бля-бля. Ну, знаю, что будет. Так, посмотрим. Ну и что? Тоже? Что? Бля-бля-бля-бля-бля. Ох ты! У нас внутри был какой-то путник. Ой. Ну ладно, я и так знал. Ладно, давай летим в космос. Вон там космонавтик. Ой. Так, аккуратненько питаем. Ай, вау! Бочки, они же... Ну вот, а у нас что такое? Что за упование? Бух. О, нет, да нет, только не живешь. Ну вот, завёрся сейчас. Бух. Всё, разъяснился живешь заново. Ну ладно, мы пьетей, ми-ми-ми. Так, значит, надо пустить не так быстро. Ой. Пап, ты хочешь что-нибудь сказать? Нет, у тебя хорошо получается. Пока немножко экран светится, отражает свет. Надо как-то с другой стороны, может. А вот так вот можно. Так вот лучше всего. Ай, ну ладно. Ну я не уверен. Если мы забьем космонавтика нашего, то он так... Все, мы забрали его. Угу, он еще. Здесь показано. И нам надо еще один. Да, я его где-то нашел, вон там, у другого конца. И пойди! Так и не быстро, иначе мы пропустим нашу остановку, да, пап? Угу. Эй! В обрыв не надо падать. Там другая космическая станция. Угу. И там мы должны будем пессимисты, как-то всех забьем. Ладно, угу. Давай же. Эй, где там? Ой! Вон там космонавтик! Ой! Но не пипикает. Если попипикает, значит, сломается. Если не пипикает. Ну что? Пишем игровое видео. Нет. Не пользуемся. Ой. Ну. Так, пессимиса, космонавтик. И все, космонавты у нас. Так, питаем на ту станцию. Это перевернуться надо, да? Ну да. Ну, конечно, что не на наш корабль можно. Можно еще на другую станцию, которая там внизу в обрыве. Угу. Она поближе. Надо только в обрыв. Ну так может на нее полетим? Да я же на нее иду. Ичу, да. Она же в обыве там. Хорошо. Мы же через него
Хорошо, ой, хорошо. Ой, камень не зацепись. Вот. Ага. Ой, ой, аккуратно. Отлично. Чего не усаживайся? Не знаю. Ой, наверное, надо нас все-таки на насу. Наверное. Может, видишь, там на карте что-то обозначено, может быть, по карте надо лететь? Ну, это просто зеленые это камни, а вот красненькое это наш космический кораблик. Да? Ой. Там нет мапки. Это игра какая-то странная, без мапки. Ой. Фух, не запипикала. Ой. Ну вот, запипикала. Сейчас зовемся. Видишь, там я есть. Дожи бочку, чтобы усилились. Но просто эти бочки, они очень редкие. И могут сильно повредить. Егор, ну не мешай. Это нормальное видео? Ну ладно, пойти заново собирать наших человечков. Так давно что? Уже в космосе. Слишком далеко стоит идти. Вау-вау-вау, да вы вообще пископы. Вау-вау. Куда мы идем? Куда мы идем? Ракета тоже какая-то. Что? А что там стоит? Ракета какая-то? Наверное. Непонятно что-то. Ой, 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 бочки! А вот синие и еще синие, чем эти красные. Ой, 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 ой! Ай! Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, все. Все, космонавт не спасен. Он немного попал под наши трещины, и он умер. Угу. Ладно. Так, в этот раз не делаем так. Куда мы зайти? Не. Наверное, опять мы писка. Так даже, так и знал. Только... главное... имя... остановиться. Вот, не вовремя. Теперь старому способу надо три тача. Два же оттакиваемся. Корабль, ты чего? Вообще тяжелый стой. Эй-эй-эй, мам, мне так неудобно, я сейчас заучусь. Ты так учишься. Ну, сейчас как тебе удобно. Опа. Ой, давай. Ой-ой-ой. Все, космонавт у нас, но ты видишь. Так, теперь на ты от того космонавта на вышку. Ай! Быстрее, 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 быстрее. Вот так до вуха. Угу. Быстрее теперь. Эй! Нельзя за эту полоску, если зайдем и зовемся. Потому что мы слишком далеко за станцию уйдем. Ой. Да там же космонавт, всего там сидишь. Ой. Да, тяжелая. Ребятенка. Ну, запомнила? Ой-ой-ой. Так. Нет, отлично, давай, давай, аккуратненько. Пичи! Так, тебе на станцию обратно, на наш корабль. Угу. Пап, не свиток. Как-то у них получилось ровненько. Ну, я не знаю. Ой, это слишком низко. Ой-ой-ой-ой! Ой, надо все время еще испаряешь. Это какое-то домашнее задание.
Не смешно. Ну, наконец-то. Ой, главное не пойтись, ой. Ну, аккуратненько, аккуратненько. Так. Станция! Ой. Так. И стой. Ну, давай, вот так, все. Да. И что дальше? Не понимаю, почему они не выходят? Может, тебе надо на серединку встать? Ну, вот так. Ничего не понимаю. Ну, я не знаю, Егор. Может, нажать на какую-то кнопку, чтобы они вышли? Нет, это опция. Ну, это выход. Выход? А, Егор. Ой, ну, я же не знал. И вообще, я не понимаю. Ладно, ну, заново объединяемся. Так. Хватит уже снимать, наверное. Ну, пап. Ладно. Пока место не кончится. У меня уже рука устала. Может, подвеску возьмем? Хотя что, взорвался корабль? Ну, вон, видишь, трещина. Вижу, вижу. И легко сломать. Если честно. Ты что, мы можем, если честно, вперед? Но я не хочу. Видишь, если вперед можно. Угу. И опустись вот это, но я не хочу это делать. Ну, ты заканчиваешь говорить. Так вот наш маленький кабик. Нам что, надо на сломанную радиостанцию? Просто она в другой стороне, не в этой. Которая наша радиостанция. Напоминается, та радиостанция то же самое, как и наша. Вот это. Только поломанная. Хорошо? Угу, попробуй. Наверное, на сломанную станцию должны потянись. Угу. Ой, она же сломанная. Поэтому, наверное... Ой, когда же я приземлюсь-то, маленько? И, пап, я могу немножко поломаться. Если я чищусь поломаюсь, это ничего. Фу, чуть на баллоны не зачем. Ну, смотри, это не взорвутся. Я знаю. Ой-ой. Ой! Эй, ты-ты-ты-ты! Ну... Но не запипикался хотя бы. Если запипикает, значит завелся. Оно не запипикало. Смотри, эта игра сложная для себя. Не сильно. Ну, ты уже так долго пытаешься первую играть. Да потому что это... Эй. Потому что эта игра нелегкая для себя. Да, ну... Да. Просто... Этой кинуть много учиться. И космонавтов на сломанной станции. Чего это я сделал?
Упси. Мы обе станции уничтожили. Ну,